Юлия Ильича, позовите традицию. Ну, подойди, Дима, чтобы он быстрее переодевается. Так, встаем возле. Встаем. Особо вас. Встаем быстрее. Пошире круг сделайте. Так. У Георгия у нас день рождения. Делают реально большие успехи. Смотрим в глаза, Георгий, что мы хотим пожелать. Желаю здоровья, счастья, чтобы слушался родителей и получал хорошие отметки в школе. Дэнни, придумайте что-нибудь оригинальное, давай. Смотри. Чтобы никогда не болел. Отлично. Чтобы все было хорошо. Давай. Больше успехов в спорте. У тебя какой зайка мой. Давай, Ахмед. Чтобы побеждал. Что? Чтобы побеждал в боях. У Неськина, да? Да, молодец. Полосков. Я желаю тебе, чтобы ты занимал первое место всегда. Ну, придумайте оригинально. Жердев, давай. Я желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы сбывались все твои мечты. Ну, Неськин, давай. Я желаю тебе хорошо учиться в школе, учиться только на пятерке, и чтобы ты никогда не болел. Я желаю тебе того, чтобы ты хорошо занимался, тебя все время хвалили, у тебя было много друзей. И? Стать? И стать губастым. Почему? Потому что губастый ролик. Правильно. Фил, давай. Я хочу, чтобы ты в школе занимал пятерки и вдвоем занимал только первые места. Понятно. Белов. Ну давай, придумал. Ну что ты пожелаешь? Ну давай. Давай, Фил тебе подсказывает. Посмотри. Давайте есть, да? Ну давай. Кирилл, ну что пожелаешь? А, я понял, ты его ненавидишь, да, я так понимаю? Поэтому... Я тебе желаю, чтобы ты... У тебя всегда в школе хорошие оценки, четверки... И двойки, и тройки. И пятерки, чтобы их много было. Молодец, сказал Улюкин. А я желаю тебе, чтобы ты в школе хорошо учился и всегда получал на соревнованиях первое место. Ребят, придумайте, ищите никогда что-нибудь новое. Давай. Я желаю, чтобы ты занимал первые места. Да не я, а он. На него смотри. Я занимал первые места и никогда не болел. Давай, слушай. Я желаю тебе счастья, добра. И чтоб ты научился составлять искусственного человека, и чтоб ты заработал Нобелевскую премию. Видишь, красавчик. Красавчик, новое что-то, молодец. Давай, Лаврик. Давай. Я желаю тебе, чтобы тебя показывали по телевизору, и чтоб ты всегда побеждал. И что-то новое, Барбарян. Я тебе желаю, чтобы ты был здоровым, слушался своих родителей и был самым сильным. Давай. Я тебе желаю, чтобы ты был круглым отличником, и у тебя было всегда хорошее настроение. Тоже хорошо. Юрий Леонидович, я желаю тебе, в первую очередь, чтобы расти побыстрее, чтобы ты рос, процветал в спорте, чтобы занимался еще какими-то, знаешь, помимо спорта, то еще бы какими-то такими делами, за которые, как бы тебе, ну, так сказать, которые приносили бы плоды этому полезному обществу, да? Особенно нашему Ярославу. Слушай, ну я от себя хочу говорить, ты реально растешь прям. Мне вообще прям безумно нравится твоя дисциплина, твой подход к спорту, к учебе, ко всему. Я реально фанатею от некоторых вещей, которые ты прям делаешь. Вот. Поэтому вот вы все остальные должны равняться на него. Брать пример с Георгием. Потому что никаких разговоров, никаких вот этих вот игрушечек. Пришел четко, отработал. Ну тут, конечно, заслуга твоего папы, честно сказать. Если бы не твой папа, такого бы не было. Папа делает, а мы, как сказать, доделываем. Понял меня? Поэтому Георгий сколько лет? 8. О, Господи, он с сентября будет 10-13 основной. Да. Вы имеете в виду, да, сразу я хочу сказать, в своем возрасте уже перейдет в 10-13 основной. Поэтому 3-4, поздравляю. 3-4. Поздравляем! Все, маленький скромный стол, поэтому попить, покушать, что-то все сделаем.
много